Присутствуйте на канале Asmodayplay. Мы продолжаем играть Sniper Elite 3. Так, подрыв танка у нас был, как видите, удачный. Что мы потеряли? Да мы потеряли очень ценный этот динамит. Ну, две штуки осталось, по крайней мере, но это все равно мало. И сейчас где? Это звездочка. Вон она. Блин. Сейчас еще этот машину уничтожить. Попал куда? Так, ну в кого-то же я там попал. Теперь все уничтожены. Все правильно. Алис гуд. Так, рядом только с горящими взрывающимися объектами ходить не стоит. Слышно, да? Кто-то где-то выпит. Возмущаются. Что, заново что ли тут пришли люди? Да, смотрите-ка. На, тебе в брюхо. Куда вот ты? На, в бошку. Огонь не начал. И у нас остается пара землекопов. Так. Ну ладно, вы пока меня там поищите. А я пока наверх. Господи, сколько крику от них. Сколько крику. Чё? Смысл? Хотите, чтобы я вас заметил? Хорошо, я вас заметил. Так. Я же знаю, там еще один был. Вот он. Так. Давай-ка. Начнем с шумного бабаха. Зря ты вообще голову поднял.
наверное, больно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Прямо один за другим. Один за другим. Давай, высунься. Высунься. Быстрее помрешь. Давай. Не заставляй людей ждать. Это неприлично. Да. Вот и все. Больше сопротивлялся. Так. Туда я не пойду, я посюда спущусь. Здесь я знаю, что никого нету. Смена позиции успешна. Естественно. Естественно. Сейчас главное, чтобы машина никак не подъехала, не приехала. Так, 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 так. Что у нас первый? Вон он. Он весь в кровище. А вон, кстати, машина, которая, наверное, их и привезла. Ой. Что с вас можно взять-то? Ладно, но все равно, на всякий случай, мало ли, вдруг. О! Вот сюда надо было бить снаряд. Было бы веселее. Так, как я понимаю, мне вот сюда надо. Боже. Ты совсем тупой и слепой. Стоишь здесь, ничего не видишь. Так, вот он сейф, который нельзя было взрывать, да? Микрофильм. Еще скажите. Der Tigerpanzer, der Stolz des Afrika Korps, eine eindrucksvolle Waffe von den Alliierten. Noch wehrhafter Panzerung. Итак, und noch bessere Bewaffnung. План Барбаросса был нарушен. Интересно знать, кого они там будут. Разработка нового танка. Ой, какой, смотрите, какой большой танк. Этот продранки или жиранкеля, которые с зулусами воевали. Ой, раз, два. Два, это которых я только вижу. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Вот сейчас-то у меня... Да, книга испытаний-то и начинается. Против снайперов-то. Ладно, хоть предупредили. А только где они сейчас? Разбрелись это. Ладно, если они здесь таки останутся. А если нет? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что ж, на живца. Да тихо ты, инвалид. Тебе повезет, если они башкой в другую сторону мотать будут. Смотри, смотри внимательно.
Вон он. Куда собрался? А вот это уже сложновато. Раз они позицию умеют менять. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот второй-то в теории-то должен быть позади где-то. Если правильно рассудить. Смог добраться? Смог. Вот тебе могила. Винтовку в пузо воткнул и ушел. Ну что ж, вот такая короткая миссия. На этом, как я понимаю, все. Увидимся в следующем видео. Пока.